Ну, получай помощь от нашего предприятия. Надеюсь, все это вовремя, кстати, к месту, то, что нужно. Очень, очень нужно, очень вовремя, поскольку наши средства сейчас немножко так заканчиваются, и мы ждем поставку новых, пока привезут. А вы прям привезли... И как... таких не будет, как наши, наши самые лучшие. Мы прочитали уже, знали. Спасибо, что вы первые откликнулись, и огромную помощь оказываете и городу, и мало того, что больницы. Это, скажем, первый, кто принимает удар. А мы работаем в повседневном режиме. Да. То же самое, профилактика у нас, контроль. И первая заповедь спасателя – не навреди себе. Он должен будет приехать готовым, обеззараженным. И это нам очень поможет. Ну, отлично. Спасибо огромное. От чистого сердца. Спасибо. Надеюсь, это вовремя. Татьяна, мы сегодня к вам, вы крайне на сцене. Мы сегодня объехали уже весь город. Мы сегодня были в ИМЭРе, были в школе ВМФ подводников, были в военкомате, были в МЧС. Теперь к вам. Наш родной район, наша родная управляющая компания. Надеюсь, вам этого хватит. Мы хотим вам тонну этого средства сегодня, больше, чем кого-то ни было, потому что у вас много домов, много жильцов. Это можно использовать для обработки подъездов, там, не знаю, личных пролетов, там все прочего. И на спиртовой основе вам дадим для обработки рук, ручек там и все прочее. Вот вам от нашей компании от чистого сердца. Мы вас благодарим за это. Возможно, чтобы наши жители оставались здоровыми. И детишки, которые будут бегать по спортивным площадкам, тоже были здоровы. И, конечно же, от Союза ТОСов тоже большое спасибо, мы передадим активистам. Вы возглавляете за 100 ИСТОСов, да, наш, насколько я знаю? Вот вам с удовольствием даю, знаю, что надежные руки, у вас образцовая управляющая компания, образцовый ТОС, знаю, что все найдется его потребителей, попьет туда, куда надо, Таня. Вот. Спасибо. Таня, ну вот вам, как старший по подъезду, я даю памятки специально о борьбе с коронавирусом. Будете раздавать наши ДЭС-средства, пожалуйста, вручайте памятки этим людям, чтобы они знали, что и как надо делать для этого недуга. Хорошо.